Доброе утро, уважаемые телезрители! Мы вновь присутствуем в главном храмовом пространстве храма-памятника в честь всех святых и в память о жертвах спасению Отечества нашего послуживших. Ведь до сих пор храмы часто формируют архитектурный ландшафт больших и малых городов и деревень. Образы городов меняются во времени, возникают новые улицы и здания, перестраиваются дома, однако храм – это константа, не меняющаяся во времени. Мы часто помним города нашего детства через облики храмов. Интересно их рассматривать, искать образы своей малой родины. И как мы говорили в прошлой передаче, здесь, в интерьере храма, вверху на галереях написаны образы разрушенных церквей. Таким образом, можно мысленно провести вертикаль. Внизу, в крипте, мы почитаем память погибших людей, а вверху на галерее, на небесах, вспоминаем разрушенные храмы. А теперь мы перешли из так называемой трапезной части в главное храмовое пространство. Здесь перед нами раскрывается 52-метровый шатер храма. Он так высок, чтобы через нашу молитву души павших на полях брани, замученных в заточении, блокаде и лагерях, чей прах символически покоится в крипте, под этим главным алтарем возвращались в небесный чертог и ожидали нас, и благословляли нас, и молились за нас. Действительно, шатер храма высок, высок, чтобы корни нашего народа уходили в небо, и чтобы благодать Святого Духа изливалась мощным потоком и на нас, и на всю Беларусь, чтобы никогда эта земля не была бесплодной и продолжала рождать святых. И вот поэтому шатер – это шатровая часть храмовой росписи, посвящена празднику Собора всех святых. Более древнему по своей истории иконографии, чем, естественно, Собор белорусских святых. Таким образом, тема белорусских святых осмысляется в лоне Вселенского православия. Собор всех святых описан в Откровении Иоанна Богослова и означает поклонение всех святых Агнцу Божию, за которым следует снятие седьмой печати. Об этом мы читаем в книге Откровения. 5 глава с 11 по 13 стих и 7 глава с 9 по 14 стихи. Понятие всех святых включает прославленных в лике святых, а также неканонизированных подвижников, тех, чей духовный подвиг остался сокрытым для Церкви земной. Поэтому они не были канонизированы, а их имена неведомы нам. Известная проповедь святителя Иоанна Златоустова на память всех святых по всему миру пострадавших. Существование проповеди указывает на установление праздника не позднее конца IV – начала V веков. В православии неделя всех святых отмечается в первое воскресенье после Дня Святой Троицы. Сложилась традиция чествования всех святых в богослужении и в церковном искусстве.
Последовательность праздников показывает их логическую и символическую связь. Святые, жившие в разное время, совершали подвиги благодатью Святого Духа. Память всех святых празднуется следующее воскресенье после сошествия Святого Духа – Пятидесятница. Интересно, что в этот день песнопение Цветной Триуди. Цветная Триудь – это богослужебная книга, содержащая службы после пасхального периода. Так вот, песнопение Цветной Триуди сменяются пением Актоиха. А Актоих, или Осмогласник, это богослужебная книга, заключающая в себе песнопение, тропари, кандаки, каноны и прочее, разделенные на 8 напевов или гласов. Так вот, из книги Актоиха на вечерне и литургии читаются ветхозаветные и новозаветные указания на славу святых. Сам Христос говорит о святых: «Кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». На богослужении святые восхваляются как непрелестные светила, божественные облака. Они делают землю небом. На основе такого богослужебного понимания праздников строится концепция росписи храма. На восточной стене над иконостасом композиция Вознесения Господнего. В круглой мандорле Иисус Христос. Но это только часть композиции. Апостолы свидетельствуют о Вознесении в иконостасе. На восточной стене представлены архангел Гавриил слева и Богоматерь справа, вместе составляющие композицию Благовещения. А при переходе от восьмерика к четверику в шатровой части образовались треугольные паруса, на которых помещены ростовые фигуры четырех евангелистов, пишущих Священное Писание. Расположенные по горизонтали символические образы Иисуса Христа образуют пояса, которые венчают арки над евангелистами. Таким образом, символы Христа времен римских катакомб получаются связанными с текстами Нового Завета. Центральную часть западной, южной и северной стен занимают композиции учения святых отцов Церкви, учения Василия Великого, учения Григория Богослова и учения Иоанна Златоуста. Собранные в одном пространстве отцы Церкви образуют собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник трех святителей оказывается воспоминанием всех отцов Церкви и всех примеров евангельского совершенства, которых Святой Дух порождает во все времена и во всех местах, чтобы появились новые пророки и новые апостолы, проводники наших душ на небеса, утешители народа и пламенные столпы молитвы, на которых, собственно, и покоится Церковь, как богочеловеческий организм, укрепляясь в истине. Учение трех святителей, авторов текстов Божественной Литургии, задают литургический характер осмысления программы росписи.
Иконография собора всех святых сложилась как составная часть композиции Страшного суда и представляет собой торжество святых в раю. Основная идея изображения собора всех святых заключается в торжественном предстоянии праведников Господу. Поэтому в росписях храма изображенные на восточной стене Иисус Христос в мандорле, поддерживаемый ангелами, является одновременно центральной частью композиции собора всех святых. Христу предстоят расположенные на южной, западной и северной стенах лики святых, пророков, преподобных, праведных и мучеников, святителей и апостолов. Они держат в руках символические атрибуты своего приношения ко спасению человечества, являющиеся составной частью литургии. Пророки с Моисеем во главе скрижали с 10 заповедями. Апостолы – молитву «Отче наш», полученную от самого Спасителя. Святители – символ веры, принятый ими на Вселенских соборах. Преподобные – заповеди блаженства, которые они воплотили своими подвигами. Праведные цари и мученики держат крест, а в композиции «Торжество православия» на западной стене справа в руках праведная царица Феодора держит икону, как символы зримого торжества православия над еретическими учениями. Одновременно свою молитву Христу приносят белорусские святые, являясь составной частью общей молитвы. И вот это литургическое осмысление программы верхней части росписей наполняет композиции и их элементы множеством горизонтальных и вертикальных символических связей. Так, например, вертикаль, проходящая через царские врата, объединяет события евангельской истории. Над катапитасмой представлена Тайная вечеря. Это единственная икона, которая еще не написана. И поэтому здесь есть лишь эскиз. Выше икона распятия Христова. Над ней воскресение, на восточной стене вознесение. А апостольский ряд в иконостасе продолжается иконами избранных святых в среднем регистре на южной и северной стенах. Но если мы взором обратимся назад, мы вновь словно попадаем на просторы белорусского края и узнаем монастыри, в которых, быть может, кто-то из нас молился, храмы, в которые, может быть, кто-то заглядывал, и на нас смотрят лики святых земляков. И мы понимаем, что наша белорусская святость – это органичная часть всей полноты православия. Подумаем об этом. Время нашей передачи подходит к концу, поэтому в следующий раз мы продолжим говорить об иконостасе, а также обратим внимание на орнаменты и мозаичное убранство алтарной части храма-памятника.